Привет! Это Кураж Квартет и Александр Манацков. Мы записали альбом. И это было непросто. Альбом называется «Пели». Ну, пели в том смысле, что я пел, а они, Кураж Квартет, играли. Этот альбом состоит из 13 песен на стихи Хуана Рамона Хименеса, Хармса и Введенского. Эти песни мы довольно много раз уже исполняли в концертах живых и даже один раз на телевидении. И там, и сям вы имели шанс, может быть, нас видеть и слышать. И многие нас спрашивали, когда же появится пластинка, чтобы можно было ее купить, отнести домой, кому-нибудь подарить, много раз переслушать. И мы, с сожалением, отвечали нашим слушателям, что пока не было такой возможности. Так вот, теперь она появилась. Наигравшись, напевшись, войдя во вкус, мы пошли в студию очень хорошую под названием «Параметрика». И поставив на пути между нами и цифрой, которая была записана на диск, магнитофон с пленкой, чтобы звук был потеплее и поприятнее, и тепло наших сердец доходило до вас с большей интенсивностью, мы записали этот альбом. И теперь вы можете его купить на портале «Планета», как в электронном виде, в интернетовском, где вы можете его скачать, чтобы слушать его на iPod, iPhone, iPad и прочих устройствах, так и в материальном виде, как диск, чтобы вставить его в какое-нибудь устройство и там его слушать. И также мы предлагаем на этой странице много всяких игр, затей, люляк, бонусов, штук и дрюк, с которыми вы можете здесь ознакомиться. Мы очень хотим, чтобы эта пластинка пошла к вам, и это может с вашей помощью случиться. Но если так по-прежнему непонятно, какой смысл в стихах Хармса. Случится встретить вам.